Всем привет, с вами Slim Cybernake. Сегодня у нас новый выпуск ответа разработчиков, который будет очень интересен всем любителям английской техники. Итак, давайте начнем. Чифтейн будет в игре, правда, пока непонятно, как его ведут. Еще один конкер, но с дополнительно навешанными плитами и экранами должен появиться в игре. Вполне возможно, что у него будет две башни, одна с аналогичными экранами, эскиз другой был найден в архивах, она с измененной компоновкой. Также он может получить орудие 120 мм L11, у этого орудия существенно выше характеристики, чем у L1. На Кромвель никогда не останавливалось орудие OQF-77, и оно там исключительно для баланса. Вот как на F-304 влазит 5 человек. Рисунок перед вами. В Black Prince физически невозможно установить орудие больше 70-фунтового, поэтому мы вряд ли увидим на нем чего-то больше. Но есть варианты по улучшению ходовых характеристик, например, за счет двигателя Метеор и его форсированных вариантов. Также можно попробовать добавить вторую башню от Центуриона. Проекты тесно были связаны, и по документам предполагалась ее установка, как стоковую с большей подвижностью, но худшим бронированием. ВГ сейчас пересматривает баланс и роль ЛТ в бою, и есть варианты, что ветки будут расширены до 10 уровня. У британцев есть несколько танков, подходящих на эту роль. ЛТ-10 – это уже интересно. Есть множество проектов автоматов заряжания для орудий 76 мм Л5, 20-футовки, ТБ и 120-мм Л11, а значит, мы можем когда-нибудь увидеть их в игре. А-17 Тетрарх должен появиться в британской ветке. Возможность добавить адаптер Little John, как у Матильды, на Валентайн есть, но маловероятно, что это произойдет. Также на этом танке использовались 12-футовые орудия. Есть возможность сформировать две ветки ЛТ с пятыми уровнями из танков проектной серии FV-300 и FV-100, вплоть до 10 уровня. Плюс останется техника для премиальной категории. Чифтейну из-за плохого бронирования, скорее всего, при вводе в игру установят роль СТ. Саймон Данст упоминал, что башни Чифтейна после отливки контролированно остывали 12 месяцев для достижения нужных характеристик металла. Но не совсем известно, правда это или нет. При этом Министерство обороны отмечало, что башни Чифтейна получаются хуже и уязвимой по сравнению с гомогенной катанной броней. ВГ берет разные показатели пробития для орудий при стрельбе в упор и в других случаях не 100 мм для баланса. Маловероятно, что А-38 Valiant заменит Excelsior. К тому же текущее бронирование Excelsior в игре неправильное, оно немного лучше на самом деле. Сам же А-38 Valiant стоило бы вести в игру в какой-то ветке, а не в виде према. Чифтейн будет 10 уровнем в новой ветке. На этом у меня все, друзья. Какие были ответы разработчиков? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи в бою!